Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Путин рассказал о традиции пугать Запад Россией. На встрече глав государств, участников СНГ, президент России Владимир Путин рассказал о запугивании Запада России и в царские, и в советские, а также в настоящие времена. И в прошлом, и сейчас пугают России и царской, и советской, и современной. Ничего не меняется, неважно какая она, смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины «большевистская», «русская», какая угодно, сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Он напомнил, что в прошлом для ослабления СССР западные деятели готовы были даже заключить сделку с фашистской Германией, чему есть документальные подтверждения. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.